Привет с футбола. Меня зовут Георгий. Хозяев поля сегодня с первых минут. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. В старте у гостевой команды сегодня следующие футболисты. Не боятся играть в три защитника. Подобная расстановка дает противнику простор для фланговых атак. Здорово он с мячом идет. Прекрасная игра защитников в штрафной. Отличный пас он отдает. Отлично задумано, отлично исполнено. 5 баллов. Ох, какой момент. Привет с футбола. Меня зовут Георгий. Хозяев поля сегодня с первых минут. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. В старте у гостевой команды сегодня следующие футболисты. Не боятся играть в три защитника. Подобная расстановка дает противнику простор для фланговых атак. Здорово он с мячом идет. Прекрасная игра защитников в штрафной. Отличный пас он отдает. Отлично задумано, отлично исполнено. 5 баллов. Ох, какой момент. Привет с футбола. Меня зовут Георгий. Хозяев поля сегодня с первых минут. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. В старте у гостевой команды сегодня следующие футболисты. Не боятся играть в три защитника. Подобная расстановка дает противнику простор для фланговых атак. Здорово он с мячом идет. Прекрасная игра защитников в штрафной. Отличный пас он отдает. Отлично задумано, отлично исполнено. 5 баллов. Ох, какой момент. Привет с футбола. Меня зовут Георгий. Хозяев поля сегодня с первых минут. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. В старте у гостевой команды сегодня следующие футболисты. Не боятся играть в три защитника. Подобная расстановка дает противнику простор для фланговых атак. Здорово он с мячом идет. Прекрасная игра защитников в штрафной. Отличный пас он отдает. Отлично задумано, отлично исполнено. 5 баллов. Ох, какой момент. Привет с футбола. Меня зовут Георгий. Хозяев поля сегодня с первых минут. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. В старте у гостевой команды сегодня следующие футболисты. Не боятся играть в три защитника. Подобная расстановка дает противнику простор для фланговых атак. Здорово он с мячом идет. Прекрасная игра защитников в штрафной. Отличный пас он отдает. Отлично задумано, отлично исполнено. 5 баллов. Ох, какой момент. Привет с футбола.
Меня зовут Георгий. Хозяев поля сегодня с первых минут. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. В старте у гостевой команды сегодня следующие футболисты. Не боятся играть в три защитника. Подробная расстановка.